Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Первый день, и 1000 монет забирается. Открывается сундук с зимней шиной, колесный ускоритель. Также открывается бесплатно сундук здесь. Опять зимние шины, ускоритель, дым. 630 тысяч. Ну что, ребята, я почитал ваши комментарии. В общем, все как в один голос предлагают прокачивать суперкар. Так, результаты. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Мы победители. Поздравляю, ребята, нас с победой очередной. Так, ускоритель приземления, тяжеловоз, 10 тысяч монет. Еще тут 2500 монет заработали и тут. Ну, неплохо, денежка капает. Еще и тут пятерочка. 20 тысяч, нифига мы там хапнули. Так, это нам не нужно, гонка. AB Hornet. Так, всем привет, напишем обязательно. Поздороваться обязательно нужно. Так, ну что, друзья, сегодня попробую доехать до 6000 кубков. Вот такая у меня идейка. Так, давай-ка мы вначале изменим вид на рандом. О, пускай будет девчулька. Так, и покупаем, значит, суперкар. А, он у нас уже куплен. Ну что, тогда начинаем его прокачивать потихоньку. Прокачаем, а дальше будем, конечно же, пытаться на нем ездить. Ну, прокачка на нем будет не дешевая, как я посмотрю. Совсем не дешевая. Да, деньги улетают как в трубу, если честно. Вот так вот. Так, ну что, потратим на что у нас тут есть возможность. Все, как говорится, до последнего рубля сливаем. Вот так. А вид, да, вид можно поменять. Вид у нас есть. А что у нас по... тут форсаж есть, монетный ускоритель. Ё-моё, это все надо будет прокачать. И усиленная турбо. Но с этим мы уже будем разбираться позже, да? Когда у нас будет прокачана машина полностью. Ну что, друзья, пока я буду ездить, естественно, на своей маленькой ХКРочке. Раллийном авто, короче. Так-с, вот этот вот полет сейчас. Вот, друзья мои. Сейчас, прикинь, глыба. Нифига. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты прикинь, тут кто-то даже на ХКР-ке едет. Чуть было не упал. Так, ну что, впереди два... Чего? Так, ну что, я приехал третьим. Опять же, ребята, из-за того, что я упал в эту воду. И еще при этом вытащил оттуда льдину. То есть я, ну, вытащил льдину, это хорошо, хоть не разбился. Ау, помню я это. Ну что, давай попробуем проехать. Все, ребят. А, нет, повезло, повезло. Я уже думал, сейчас мы опять провалимся в эту фигню. Но, как ты видишь, нам удалось проехать. Нифига не вижу, что тут происходит. Этот туман бесявый. Ну что, второе место у меня, я так понимаю, да? Да, ребят, второе место. И это моя шахта. Это моя шахта и все здесь. Воу-воу-воу, спорткар, смотри, 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 смотри. Наяривает. Блин, зараза, зачем ты так делаешь, Рейчик, ну. Оу, фига он там. Я видел, видел, как он втопил уже. Ближе, как говорится, к этому, к финишу. Он начал там подгазовку делать, но, видишь, ничего не получилось. А это у нас Андреас. Оу.
Тихо ты, что это? Что, как это так получилось-то вообще перевернуться? Чуть не перевернулся, точнее, друзья. Так, задание какое-то завершил. А, проехать 1700 метров. Так, я приехал здесь вторым. Вот, кстати, заметь, что очень-очень много сейчас стало у нас вот этих вот ролик, всяких гоночных машин. Никто не ездит на обычных каких-нибудь там тачках. Все обязательно предпочитают гоночные машины. Все, папа первый. Да, друзья мои, папочка приехал первым. Кто-то спрашивает, а почему, Рэй, ты себя называешь папочка? Ну, я уже писал, да, во-первых, у меня, ребят, трое детей. Я по полному праву могу называться папочкой. Ну, во-вторых, папочка это, как бы сказать, лучший. Так, на ККМ-ке зима нет, у меня ККМ-ки. Точнее, ККМ-ка есть, но не поеду я на зимой. Тем более на ней, она и не прокачана еще. Так, что-то слишком шахт много, тебе не кажется? Слишком много шахт. Блин, я сейчас так доиграюсь. Да? Есть же шанс разбиться. Но не в этот раз. Друзья, неплохо я сиганул. И опять же, смотри, сколько ролик. И спорткар там еще один затесался. То есть такое ощущение, что получается, просто надо машину прокачивать до, вообще по фулке. Ой, ты не вздумай перевернуться мне. На финише к тому же. Выиграйте 5 гонок. Так, последний заезд. Вот нафига вот это вот надо было делать. Сейчас как голову себе свернет. Ты смотри, они... Прям на хвосте сидел чувак вот этот вот. Тем более он с этой, с турбо ехал, да? Или как там, нитро? С этой штукой, короче, прижимал там мини. А я все, как говорится, сопротивлялся. Так, ну что, друзья, следующая гонка у нас. С этими мостами. Вон там спорткар подлетел куда-то. Так, тихо. Помню я такую, как, когда мы, помнишь, в крышу врезались на всех парах. Ну это синяя ролика, смотри-ка, тоже хороша. То есть это мой, как бы, сейчас главный конкурент. Ага. Ты посмотри, не могу обогнать. Третьим. Третьим при... Я не могу понять, как он набирает скорость там в конце, а? Вот как вот он это делает? У него ничего такого нет. Ну смотри, вот прям едет. Есть! Не отставал. До последнего от меня не отставал, а? Малкий упыреныш. Так, ну что, давай дальше ехать. Можно было бы, конечно, тут и багги взять. В принципе. Что там, опять что ли сзади спорткар какой-то едет? Давай, давай ты. Вон финиш. Финиш уже есть. Что-то они там подзастряли, ребята. Да. Спорткары тут не вытянули.
летим вниз. Опа. Опа. Оп. Да, хорошо тут. Это, наверное, было зря сделано. Иди ты! Лезет. Еще лезет вперед папочки. А? Иди, бамбук дыми. Блин. Конечно, тут надо, ребят, на два колеса приземляться, чтобы вот это мини-ускорение нам помогало. Понимаешь, да, чем я? Давай, 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 давай. Ну вот тебе и давай, давай. Чувак встрял. Чувак встрял. Думал, что самый умный, а? Залетит. И приземлился прямо на самый спуск. Соответственно, подняться не смог. Ему пришлось просто, ребята, спускаться вниз. Так, крылья, ускоритель фляг, ускоритель дым. Так, ну что, мы с тобой забрали детали и кубок Шторм Райдера у нас. Кубок Шторм Райдера. Я даже не посмотрел, сколько там гонок у нас, если честно. Ать. Ать. И 25. И не я один, смотрю, погорел. Вот такое вот начало. Я вообще не думал, почему перевернулся-то. Специально же подгонял под эту. Блин, что так. Фух. Давай, давай, тихонечко. Дотягивай. Отлично, дотянул. Так, сзади нас кто-то уже там обгоняет. Но и это все равно первый. Вот он этот Боч. Или Буч. Буч, скорее всего. Нас пытался обогнать Буч. А куда это они там все полетели-то? Твою налево, блин, мне больше всего досталось этой струей. Ага, я еще и последним еду, да? Третий. А по итогу вообще первый. Эпические холмы, друзья мои. Эпические холмы. Почему они называются эпические холмы? Вот это бесит, вот это бесит. Ему повезло, у него сейчас сработало это. Слушай, Арабис, ты достал уже здесь. Иди отдохни лучше, чуть-чуть. Я! Фух. Круто, ехал, ехал. Все-таки, ребят, доехал, догнал. Блин. Ой, что это мне так закинуло? Вот они, почему называются эпические, ребят, холмы. Прикинь, на заднем колесе просто проехал. Кто-то меня там напрягает очень сильно. Я смотрю, они все там оборзевшие очень сильно. Папа-то лучший. Спорткар там где-то вообще застрял, непонятно где. Хотя-то выпендрился круче всех. Смотри, смотри, у нас тут ролейка, баги, баги сдулась. Нифига себе сдулась, не сдулась, друзья. Баги сейчас лидирует.
третьим. Но все равно я первый. Как оно там умудрилось? Я когда на баги ездил по этим буграм, у меня ничего не получалось, ребят. Вообще, я там фейлился только шорох. А эта баги нормально проехала. Дай-ка я сюда поеду вниз. Тем более подфартила малька, да? Давай, родной. Жми гашеточку. Крыша отвалилась. Да и фиг с ней, с этой крышей. Твою налево, я немножко испугался, думал, сейчас свернет он шею себе в прыжке, но благо все обошлось. Где там финиш-то? Вот он. Виктори, друзья мои, конечно же, Виктори. Как тут может быть по-другому, а? Ну что, приближаемся к 3000 и опять шахты. Ну, уже туннели. Опа, спортивное авто. Так, ралли, ой, раллика. Супер дизель. Мы опять с собой облегченный вариант сделали машины. Это что? Ага, вот это что. Ну, друзья мои, я не знал, что здесь так будет. Горючку-то подними. Да, приехал последним. Ну, для меня это была трасса, честно говоря, немножко как-то... Во-первых, я не думал, что там такой подъезд, подлет будет. Ну, на котором, в принципе... Эх! Тут вот так можно было сделать? Опять, что ли, последним еду? Третьим. Фига. Ну, есть. Вторым. Фига. Вот эта трасса, кстати, новая. Ребят, раньше я ее не видел. Бум, именно мне, именно я об камень звезданулся, не кто-нибудь. Ой. И все там тун-тун стукаются. Давай сюда залетай. И финиш. Фу, 5 очков. Какой я первый. Неожиданно. Вроде так проехал. Да что ты будешь, опять пещеры. А, нет, пустынные пещеры. Шиворот на выворот. Может быть, мы будем... А, ну да, мы будем заезжать. Ты видел, как он там бустанулся? Да-да, я про спорткар. Трындец. Я не хотел. Я не хотел, чтобы так все получилось. Нафиг тут эти подлеты слишком большие. Тут, смотри, спорт. Я в лужу еще попал. Соответственно, скорость у меня понизилась из-за этого. Е! А тут я первым. В воздухе просто обогнал. Когда летел в прыжке, просто обогнал. Я, наверное, с ума бы сошел, если ты так ехал на первом месте. Тебя... Опа, я бы как-то срезался, а он нет. Блин, мне приходится вот с такими бизонами здесь, ребят, соревноваться. Смотри. Есть, и тут я его сделал. Чувак, невезучий, это кто там? Пилот-то. Пилот-то, иди, жуй. Блин, ну понятно, это потому что, ребята, у меня первая гонка была паршивенькая. Но все равно прикольно. Ой, глубоководная езда.
Глубоководная езда. Фига тут сколько багги. А, тут три багги. Там, оказывается, было три багги. Ты серьезно сейчас? Пипец. Вот это, друзья мои, был пипец. Первым ехал, прикинь, ехал первым. И сфейлился. Просто тупо сфейлился вообще. На какой-то, ребят, ерунде. Да. Вообще не айс. Просто, ребята, не айс. Ни шиша. Гонка-то не задалась, а? Так, это не подводная ли лодка тут у нас? По-моему, именно она. Фух, крышу сорвал опять. Зачем ты сбросил скорость, Рейчик? Ты... Надо было ехать тебе до усёра, да и все. Нормуль. Ребят, первое место я себе вырвал. Но пока не доехали. Зеленый кубок. Моменты, конечно... Моменты, конечно... Воу. Кто-то мне там про танк, кстати, шуршал. Покупай, говоришь, говорят, танк. Смотри, чувак там на этом гонит. Все, доездился. Он перевернулся. Но кто-то еще там шуршит, я же слышу. Это танк. Фига он там летун. А спорткар, да, он разбился. Да, воу-воу-воу, тот улетел вообще, ребят, смотри. Просто его и не догнать теперь. А что так танк здорово летает? Вроде крыльев нету. А он летает как-то. Подожди, я первый? А где спорткарта опять этот? Опять где-то там врезался по ходу дела. Ой. Нет, ты посмотри на этого психа, а? Все. Доездился. Только две ролейки тут осталось. И танка не видать что-то. Так что, что не говори, ролейка это просто шедевр какой-то. Универсал. Нет, возможно, и другие машины тоже классные, но к ним нужно привыкать, уметь ездить. Так, ребята, забираем 3000 монет. В данный момент у нас 5139 кубков. Остается совсем немножечко до... Так, там что было, райская бухта? Давай попробуем на ролейке. Не хочу я туда ехать. Давай тут. Блин, там чувак с прыгушками. Перепрыгнули. Тихо ты. Блин, потеряли очень много времени. Ладно, фиг с ним. Главное, не разбились. Так. А что тут, одна гонка, что ли, я так понимаю? Похоже, что здесь всего лишь одна гоночка будет. Ну и хорошо.
Да, друзья мои. Встал такой. Багги для песка лучше всех. А кто бы сомневался бы. Я ненавижу воду. Я ненавижу воду, я ненавижу аттракционы, и я ненавижу, ребята, пещеры. Я люблю больше на просторах. Все. Потерял преимущество, потому что я еду без... Ага, пузырь взял. Давай, 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 есть. А что-то чувачок вообще под конец там притих, еле ехал. Еле-еле-еле там ехал. Хотя начинал он очень бодро. Блин, минус крыша, да? Тихо ты, у тебя же крыши нету сейчас. Прикинь? Ну вот и все, вот и теперь точно преимущество, ребят, потеряли. Во-первых, оу. Зашибись. Сам для себя не ожидал, я не думал, что так уже будет быстро финиш. А так бы, ребят, конечно бы, без пузыря чё бы, куда бы я там поехал бы? Да никуда бы. Ни скорости, ни шиша. Ой, ну крышу не потерял. Серьезно? Да, воскресный чемпион, ребята. Это же надо было просто всю гонку пофигачить именно вот то, что врезался. На всем ходу причем. Крыша не помогла. Ать. Всякие там мохи, аку, пускай идут лесом. Моху опять лезешь, а? Не только моху лезет, там еще и... Ох, как же это было неприятно. Как же это было неприятно, друзья. Из-за того, что вот в эту чертову лужу упал, потерял всю скорость. Там, кстати, очень много народу повстревало. Один только чувак умудрился Анку. Ну, Анку я уже, наверное, не догоню. Да, ребят. Так, и получается, что я первый. Тут еще гонка. Сейчас мы решим, кто будет первый. Не надо, только, пожалуйста. Спортивное авто там вообще перелетело куда-то непонятно. Да нет, конечно, я буду первым, ребят. Конечно, я. Да, спорткар что-то там вообще позади где-то. Ну что, ребятушки, еще пару гоночек, и 6000 кубков будет наше. Кто-то мне говорил, Рэй, задонать. Ребят, я же не могу задонатить. Не работает же Google Play, поэтому задонатить не могу. Если кто знает какой-то вариант, пишите, пожалуйста, в комментариях. И, возможно, мы задонатим на премиум пак и будем отлично играть. Я бы вот в Юрском парке бы задонатил бы. На премиум пак. Вторым. Так что пиши в комментах. Буду ждать. Мне кажется, тут уже нельзя задонать, потому что Google Play отключен, ребят. Фига мы там с буста так шарахнули. Смотри. Спорткар меня догоняет. Но не тут-то было.
Так, пока мы идем на равных с Фубра. В этой гонке все решится. Или я первый, или он первый. Блин, не приземлился на два колеса, потерял немножко скорости. Есть. Все-таки я первый, а Фубра второй. Вот так вот, ребятушки. Вот так вот. Блин, пещеры ледяного огня. Ну, Штормрайдер, так бы и говорили бы прямо, а то... Давай, 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 родной. Блин, опять эти пещеры, твою налево. Куда ты? Фига, ребята, Рэй Моррисон. Ты видел? Вверху Рэй, а внизу Моррисон было. Мой позывной, блин. В плане лофуил. Так, друзья, мне нужно... Во что бы то ни стало, горю... Есть, взял горючку. Горючку, значит, здесь все-таки будет трасса с одной гоночкой. Е, и я первый. Я, друзья мои, первый. Рэй приехал третьим. Немец. И... балалайку. А вот и восхитительные диверсии, про которые я говорил, что их тоже терпеть не могу. Тягач. Я, знаешь что, я просто думал, сейчас запрыгну. Если честно, я так сильно хотел запрыгнуть, что не запрыгнул, ребята, и в конце даже еще и проиграл. Просто разбился тупо. Тупо разбился. Иди отсюда, стоит тут своими хот-догами. Тут, видишь, еще главное не разбиться, ребят. Крыши нету. Голову свернуть можно в 3 секунды. Но, как ни странно, я приехал. А где остальные-то все? Угу. Тягач приехал. Два тягача и ККМ-ка. Ого. Но мне почему-то кажется, ребят, что тягачи именно вот для этой трассы не очень хорошо подходят. Хотя, черт его знает, они очень хорошо летают. Ну как летать, я имею в виду... Не надо! Туда мне. ККМ-ка все-таки вырвалась все-таки, ребят, вперед. Ну, вторая позиция. Первый по итогу. А, да, ребята, взяли. Ох ты, нифига себе, это у нас для багги. Отлично. Ну что, ребятушки, на сегодня я буду закругляться, потому что уже на работу пора собираться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.